Бенвенуто! Так приветствует в Италии у нас. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин Велавива, который располагается на бульваре Перова, 24. Ваше внимание на обозрение предоставляется итальянский велосипед марки Ломбарда. Модель называется Таурнино. Это велосипед класса Сити с алюминиевой рамой. Колесо имеет размер 26 дюймов. Стандартный хороший велосипед для езды по городу. Рама женская, алюминиевая, из легкости плавного металла алюминий. Велосипед комплектуется крыльями металлическими, спереди, сзади щиток идет пластиковый, жесткая вилка алюминиевая, спереди багажник и сзади багажник. По описанию стоит сперва, конечно, сказать, что это велосипед, который делается исключительно в Италии. И везде это описано. Вот на рулевой колонке у нас так и написано Handmade Italy. Сделано в Италии. Это на самом деле итальянский бренд в Италии делается. Втулка здесь идет Ломбарда, которая также подтверждает это. Алюминиевый обод идет. Покрышка идет гладкая, которая позволит легко ехать по городу в городском режиме. Веб-брейки стоят. Тормозная система механическая, веб-брейки. Также стоят веб-брейки Ломбарда. Спереди идет свет, он работает от батарейки. Банальные батарейки включаются, выключаются, все легко и просто. Эта опция самая важная, потому что городские велосипеды комплектуются, комплектные велосипеды комплектуются фарами. Здесь идут ревошифты. Ревошифт легко переключается на руле. Грипсы идут из гелевых таких ручек, которые приятно лежат, которых рука лежит приятно, и по бокам еще такие зазубрины, чтобы рука не соскакивала. С одной стороны переключатель, потому что сзади переключение, а спереди переключателя нет, поэтому только один переключатель. Приятно красивый звоночек. Руль имеет возможность подниматься. Можно поднять и опустить руль по необходимости, по росту велосипедиста. Велосипед комплектуется переключателем Shimano, самым простым, начального уровня. Сзади стоит обыкновенная звезда Shimano, опять-таки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 звезд, как мы видим, с защитой, чтобы цепь не соскакивала на звезды, на спицы. Задний багажник имеет скобу, которая легко может задерживать какие-то предметы на багажнике. В комплекте идут педали пластиковые. Сзади также свет работает от батарейки, это батарейки, ну и щиток с резиновой такой накладкой. Приятный, классный велосипед, который также имеет еще и подножку. Ну, немаловажно, но подножку всегда хорошо, легко поставить на велосипед. Данный велосипед комплектуется хорошей сидушкой. Она мягкая, широкая. Каждый оценит, кто на нее сядет. На такой сидушке никогда не будет уставать девушка. Данный велосипед продается в Киевском велосипедном магазине, который является сертифицированным партнером интернет-магазина Ломбарда. Если вас заинтересовали вещи на сайте lombarda.com.ua, любая покупка ваша может быть осуществлена с сайта. Если вы хотите ознакомиться, приезжайте к нам. Скидки гарантируем.